Не зря сказки всегда заканчиваются свадьбой. Знаешь, сколько в доме слуг? Ну что делать? По статусу положено. Ведь потом начинается быль. Были бы настоящие чувства, любил бы ты этого человека. Мне было бы больно, невыносимо больно. А здесь на войне, как на войне. И доверять никому нельзя. Спать они с тобой все готовы. А вот решительных действий от них еще добиваться надо. И бесполезно прятать концы в воду. Что это с ним такое, не понимаю. Правда, все равно выйдет наружу. Идиот. Там надо было точки ставить. А значит, впереди ждут новые испытания. Мне нужно нырнуть и отплыть стол. Помогут только старые проверенные друзья. Заявление на стол. И чтобы через 10 минут тебя здесь не было, понял? Ну, может, еще и новая любовь? Она, между прочим, замуж выходит. За хорошего человека. Но главное... это уметь прощать. Оля, я тебя прошу, не делай этого. Дай мне шанс. Я готов ждать сколько угодно. Год, два, десять. Оля. Уже Оля. Поздно. А это самое трудное. Ты не понимаешь, что это для меня значит? Это жизнь для меня. Это я дышу как воздухом. Мария Порошина, Татьяна Абрамова, Даниил Страхов и Ярослав Бойко в продолжении любимого сериала «Всегда говори всегда». Смотрите на канале «Феникс Плюс Кино».